В рамках стартовавшего сегодня форума свой концерт в Махачкале дал Заур Тутов. Народный артист России, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи в свое время гастролировал по всему бывшему Советскому Союзу. Пел в Германии, Израиле, Индии, Италии, Польше, Турции и Америке. В Большом зале Русского театра Тутов исполнил известные и всеми любимые песни отечественной и зарубежной эстрады. Кто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были. В репертуаре Тутова десятки фондовых записей на всесоюзном и всероссийском радио, арии из опер, народные песни, романсы и эстрадные произведения. Я предпочтение даю вообще по-настоящему профессиональному, хорошему, серьезному произведению. Самое главное, чтобы оно трогало сердце человека. Когда вижу глаза, лица людей, зрителей, и я когда понимаю, что они сопереживают, для меня это самое большое счастье. Значит, я достучался до самых таких тонких струн человеческой души.